он ладно, но сейчас из министерства, не знаю, больше если он подробнее. Да, это порогово распонсулора, свечу с кресия. Они написали, я вам говорю, вы мне... Ну, мне нужно письменно посмотреть, что они вам написали. Отказ. Asta e de 2003, spre că a fost eliberat Socolov. Ia ca așa... Așa, da. Да, может, с тобой у меня нет сегодня. Хорошо, я знала, что по записи, и хотела записаться просто к народному депутату, и уже тогда адвокат. Привести все документы. Адвокат, господи. Тогда привести уже все документы. Но вы так и не можете мне это ответить, потому мне что вы не знаете этого закона. Окей. Нет, я не могу вам ответить. Да. Мне нужно письменно посмотреть причина и отказ. Это, нет, да. Письменно посмотреть и отказ. Я поняла, вы уже сейчас поняли, что у меня его нет, и настаиваете. Да Кишинев, нет, настаиваю. Окей, окей. Кишинев ответил вот конкретно. Нас, вот слушайте, да. У нас есть закон, который предусматривает, что когда человек... приходит к нам, он должен предоставить копию всех заявлений, ответов, какие органы они обратились. То есть, когда я обращусь к народному депутату, я должна это представить? Адвокату. Адвокат. Нормально? Хорошо, я это так представлю. Так, есть закон. Окей, окей. Кишинев отказал таким же способом из-за этой суммы. Дайте мне ответ. И Бельца отказали. И юридически я сегодня консультацию как бы не получила по причине чего я не смогу. Из человеческого фактора. Если конкретно есть в законе... Ну, я не знаю, что нет, они ну, вы говорите, писали. Что... Ну, я думала, ну, что вот есть у них закон, да, да, что да. Если пенсия меньше 1500 лей, они не предоставят вам адвоката. Это я знаю точно. Не предоставят, если меньше 1500? Да. Если, нет, если больше. Больше, если 1000, больше, да. Больше. Но у вас пенсия, вы сказали, да, 400. Да. Да. Но сумма иска, кажется, да. Не, сумма меньше. Да, поэтому мне но есть по закону где-то прописано, что да, должна быть мне, выше. Да, официально мне дали, и Кишинёв и Бельц, официально дали Кишинёв и Бельц о том, что вот 1700... Вот принесите нам эти ответы. Хорошо. Ну, я пришла, в принципе, записаться. К адвокату народу. Вот вы должны пишите заявление, и потом... Написать заявление. Да, хотите в аудиенцию к нему, и все. Когда он примет, мы... Хорошо. Подозрительно... У вас есть из интернета, у меня там три народных... Есть адвоката, но... Теперь только да. Один. Сейчас только один остался, да? Ну да. Михай Котурабай. Угу. Даже с рифмой. С рифмой, без рифмы, но... И когда придете к ним, предоставьте все ответы, чтобы он смог увидеть, что им, что они вам писали. И Бельце, и Кишинев. И Бельце, и Кишинев писали одно. Хорошо, я понял. Хорошо. Я принесу, когда приду и встречусь с... народным адвокатом. Не говори, я только рада буду. Шеф Анби, юдикаты, сможете или има. Сынтес не мулцумит эти консультации. Почему? Так нам документы как требуется президент. И он говорит, когда и департ Анби не платит, аз и там он примиря. Poți să mă duc până la ora 3 la Cătărăbani, da? Da, zi, zi de audiență? Da, până la 3. Hai să întrebăm, poate mă întrebesc. Cine? Ei cred că are sus birou, putem să rugăm. Spuneți, vă rog, la domnul Cotorobai, n-ar putea să primească femeia asta venită de departe azi, așa, ca excepție, dacă are zi de audiență? Dumnealui nu este în țară. A, nu e în țară, auzi, e plecat. Mulțumesc. Am spus că este primire. Plăcere. Doar cine e? Я юристы. А, юристы? Пойдем на площадь, да.